with you all summer and after being with you all summer and after being. В общем, дела обстоят так. Сейчас у нас 9:30 вечера, и я сейчас буду доупаковывать подарки. Я уже упаковала 2. Мне осталось упаковать маме, папе и сестре. Просто это самое гениальное, мне кажется, что я придумывала, я придумывала много. У нас есть вот это называется цифра с дня рождения. Она у меня просела 4 месяца. Вот. В итоге из этого получилась очень классная упаковка для подарков. Смотрится весьма мило. Why not? Это я купила позавчера, по-моему, для сестры и для мамы. И он очень красивый. Просто посмотрите, он ужасно красивый и новогодний. Легко сказать. До Нового года это осталось 1,5 часа. Мы сначала, вот буквально уже сейчас, через 7 минут уже едим. Уже начинается у нас пир горой, потому что, ну, знаете, Новый год без стола праздничного, это не Новый год особо. Мы сейчас попируем нашей маленькой семейкой, а потом мы разделимся на 2 кучки, и мы пойдем в гости, и там уже будем встречать сбоем курантов, все дела. И потом ко мне приедет моя подруга Марго, она меня заберет на своей машине. Права есть, в общем, да. Вот, и мы поедем в гости. Я додумалась наконец-то прицепить к камере штатив. Стоп. Стоп. Я не рассказала вам про то, что купила новую камеру. Ну, как бы, знаете, такое, ну, незначительное событие в моей жизни. Я купила новую камеру. Я в ней пока что разбираюсь, поэтому, возможно, качество, звук или фокус будут дерьмовыми. И ты куда? Зачем? Так, я включила или что я сделала? Блин, слишком сложно. Где мой айфон? Такой фьют. So beautiful. Ну давай. Что загадать? Ура! С Новым годом! Давайте обнимемся! С Новым годом! Это Дед Мороз тебе передал. Спасибо. А это Дед... Йоу. Вот пока. Мне сейчас нереально плохо от шампанского, потому что я просто взяла... И в тропях я его выпила очень много, и с воздухом, и это прямо дерьмо было очень. Вот. Но я типа не пьянею, я... Мой живот раздувается сильно. Писал брос. Красиво, слушай. Не очень, я не пьяну сейчас. Не хочет она ехать? А чё это? Что, стреляет? Это очень опасно. Постоим. Знаете, просто сидишь на тусе один, ешь чипсы из огромной плошки. Люблю. Она огромная. Я одна. В общем, Новый год, в принципе, все начался. В принципе, уже сколько у нас часов?
знаю, сколько часов. Думала что-нибудь еще поделать, но я понимаю, что у меня глаза слипаются немножко. Это был первый Новый год, который я праздновала вне дома. В плане вне дома своего и бабушкиного. В плане, что с друзьями немножко. Так что это круто.